Каждая женщина любит украшения, женщины античности, тем более золото и серебро тех времен сохранилось до наших дней. Самая необычная коллекция музея – это работы неизвестного древнего мастера-ювелира, который в едином стиле сделал кольца, серьги, подвески и украшения для одежды. Все это было обнаружено в захоронении в поселке Лао, когда там в 60-е годы началось строительство санатория Магадан. По предположениям археологов, захоронение принадлежит, скорее всего, царице либо жрице, которая носила вот такой маленький золотой сосуд для аромамасел, украшенный драгоценными камнями-гранатами. При ней были обнаружены другие необычные вещицы, например, игольницы из желтого золота. Хранила либо на груди, либо у себя на поясе. И потерять иголку считалось не к добру. Собственно, это поверили сейчас, да, существует, что нельзя терять иглу. Вот, ну а тогда это еще была и потеря такой драгоценности. Все найденное относится ко второму веку новой эры. Оно щедро было передано в дар Музею истории Сочи. Среди этих драгоценностей был один очень скромный, на первый взгляд, сосуд. Сосуд из стекла. И таких предметов находят очень мало и очень редко. По тулову этого сосуда была выдавлена надпись. Надпись «Радуйся, пока ты здесь». И вот таких сосудов в мире обнаружено всего 10, и один из них в нашем музее хранится. Стеклянный сосуд был на реставрации, но в экспозиции музея можно увидеть только его фотографию. А вот украшения попадут в открытый доступ. Разглядывая их, можно составить собственную картину истории курорта, которая своими корнями уходит в античность. Собрана и редкая коллекция монет Российской империи. Более 300 золотых, но больше серебряных монет. Интересная этническая тема. Предметов этнографии около 5000. Вот колпачки от глазырей, их носили на черкесках, и они служили для хранения патронов или предметов первой необходимости. А вот и серебряные кавказские пояса. Очень красивый такой пояс, очень тяжелый, между прочим. То есть вот как раз его носили люди, жившие здесь, на территории Черноморского побережья Кавказа. Мужские и женские, вы знаете, потому что как и мужчины, так и женщины также носили пояса. Этому уделялось очень большое внимание. Разные предметы разных эпох хранятся в Музее истории. В золоте и серебре награды Великой Отечественной. Редкий орден, которым награждался в основном офицерский состав, орден Кутузова. Сюда его передали родственники сочинца Вениамина Лапшина, ветерана 51-й армии. А это орден 19 века святого Станислава. И у каждой награды своя история, своя судьба, связанная с героическими подвигами людей, живших в нашей стране. 9 июля, в день 95-летия Музея истории города-курорта, все самое интересное можно будет увидеть в экспозиционных залах. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.